Здравствуйте, друзья. Меня зовут Георгий Черданцев, моего коллегу Константин Генич. И мы с вами, как ни странно, на футболе. По всему, это смелое решение. Уверены в себе они должны быть. И да, если получится прессинговать соперника на их половине, мяч будет большую часть времени у них. Тактика и правда интересная. Если хватит им выносливости сегодня, то соперникам сложно придется. И нужно быть готовым к тому, что без мяча придется играть большую часть матча. И вот состав Боруссии Мёнхенгладбах. Вот что мы видим. Три игрока впереди и четверо в обороне. И три полузащитника цементируют игру в средней линии. Здравствуйте, друзья. Меня зовут Георгий Черданцев, моего коллегу Константин Генич. И мы с вами, как ни странно, на футболе. По всему, это смелое решение. Уверены в себе они должны быть. И да, если получится прессинговать соперника на их половине, мяч будет большую часть времени у них. Тактика и правда интересная. Если хватит им выносливости сегодня, то соперникам сложно придется. И нужно быть готовым к тому, что без мяча придется играть большую часть матча. И вот состав Боруссии Мёнхенгладбах. Вот что мы видим. Три игрока впереди и четверо в обороне. И три полузащитника цементируют игру в средней линии. Здравствуйте, друзья. Меня зовут Георгий Черданцев, моего коллегу Константин Генич. И мы с вами, как ни странно, на футболе. По всему, это смелое решение. Уверены в себе они должны быть. И да, если получится прессинговать соперника на их половине, мяч будет большую часть времени у них. Тактика и правда интересная. Если хватит им выносливости сегодня, то соперникам сложно придется. И нужно быть готовым к тому, что без мяча придется играть большую часть матча. И вот состав Боруссии Мёнхенгладбах. Вот что мы видим. Три игрока впереди и четверо в обороне. И три полузащитника цементируют игру в средней линии. Здравствуйте, друзья. Меня зовут Георгий Черданцев, моего коллегу Константин Генич. И мы с вами, как ни странно, на футболе. Здравствуйте, друзья. Меня зовут Георгий Черданцев, моего коллегу Константин Генич. И мы с вами, как ни странно, на футболе. Здравствуйте, друзья. Меня зовут Георгий Черданцев, моего коллегу Константин Генич. И мы с вами, как ни странно, на футболе. Здравствуйте, друзья. Меня зовут Георгий Черданцев, моего коллегу Константин Генич. И мы с вами, как ни странно, на футболе. Харагучи. Атака остановлена, но кто получит мяч? Рафаэль. Ларс Штиндер. Крамер. Хорошо мяч перехватили в атаке. Прижали соперника к воротам и ждут свой шанс. Будет навес. Очень много передач у этой команды. Видно, что с этим элементом футбольным у них все в порядке. Вот мяч из боковой в такой близости от штрафной потенциально очень опасен. Харагучи. Свисток арбитра будет.